Привет всем, ребята, как видим, я сейчас нахожусь в битве с трикашными петушками, у которых запрещено ложиться, запрещено пробрасывать грены, запрещено, в общем, все запрещено, поэтому я специально зашел с Доном зашел и посмотреть, как они будут агриться в чате, писать, даже если я буду всирать по-крупному, они все равно будут охуенно агриться, потому что я буду ложиться и кидать грены им, пробрасывать. Ну, посмотрим, что. У них даже присаживаться нельзя, ребят, представляете? У них даже нельзя присаживаться, блядь. Ах, сам себя накрыл из подствольника, вообще супер. В общем, я себе на день рождения решил сделать такой подарочек. Поиграть против петушков ТХ-шных. ТХ-шные петухи, которые играют по самовыдуманному турнирному коду. Сейчас они будут очковать, блядь, писать в чат. Вот уже видите в чате агр. Кто-то пишет, кто, сука, кидает грены. Вот, пожалуйста. Только что с подствола разъебал. А сейчас смотрите, Рио Кик Рио пишет. Охуеть. Это. Видите, опять пишут в чате. Рио, что за дон? О, Октар и все дела. Кик его, за дон сразу. И опять меня кикнули, ребят, видите? То есть отлично вообще, просто подарок ко дню рождения, великолепно. Я считаю, что наказывать петушков, играющих по ТК, это самый прикол. Слил двоих и, ну, просто радость. Ребят, смотрите, опять Рио кикайте, Рио уберите дон. Ну, вы только что могли наблюдать в чате эту переписку. То есть опять из-за доната. То есть якобы какое-то негласное соглашение играть без доната. Видите, оскорбляет меня, олень ты. Ну что же, кинем. Кто-то меня оскорбил, я уж не видел, хотел жалобу кинуть на этого пидораса. Видите, оскорбляются просто так, из-за того, что у тебя есть донат. И ты этим нищебродом оплачиваешь игру, выбивая донат. Эти хуесосы кикдона пишут и оскорбляют тебя оленем, обзывают только за то, что ты этим пидорасом оплатил этим халявщикам школоте ебучую игру. В общем, вот такие вот, ребята, вот пироги. Они продолжают сраться, как вы видите, в чате. Но это прикольно, прикольно на самом деле выглядит. Особенно учитывая то, что у меня пинг просто полный пиздец, а они еще и срутся, блядь. Ребята, видите, сразу пишет Рио кикайте, у него Октар. То есть это Данилка на первом месте у врагов. Несмотря на то, что я сливаюсь 1 к 4, а он у них на первом месте играет 4 в 4 и пишет Рио кикать, у него Октар. У него, видимо, очко жмет просто потому, что у меня есть донат-пушка. И я ему оплачиваю игру этой поберушки ебаной, подсверушки хуевой. И эта шлюшка, как видите, эта шлюшка пытается против меня строить команду, чтобы меня кикнули. И в итоге меня кикнули за дон. Ну, хуйня полная, ребят. То есть нам, донатом, оплачивающим игру этим странным ебаным нищебродом, блядь, не дают играть. Я считаю, что нужно банить таких пидорасов, которые нам запрещают играть и кикают нас донатом. И вот результат не заставил себя долго ждать. Меня кикнули. В очередной раз меня кикнули за дон. То есть я взял дон и меня кикнули. Причем я зашел в совершенно обычную битву, не ко-ко-ко, ТК-шные петушки, а зашел просто в обычную совершенно битву. Давайте, петушки, ко-ко-ко, блядь. Сейчас что возьмем? Возьмем Ктар, Ктарище. Ну что, петушки, ко-ко-ко? Во. Игра еще не началась, еще никого почти не убили. А уже в чате срач. В чате срач, уже все раки, уже седнины, блядь. Хуины, мамки все ебаные уже. То есть, сами понимаете, ну, какой
дисбаланс полнейший в плане мамоебов. То есть. На, шлюха, сдохни, тварь, блядь. Проститутка. Защитите стратегические объекты. Так, ну все, я с Ктаром. Ну что, поехали. Все, ребята, приехали. Моментально. Сразу же, только что я появился с Ктаром, и тут же заставочка Warface, и меня выкинула.